Нардеп Олег Барна на своем авто столкнулся с трамваем. ДТП произошло в столице. В результате аварии трамвай сошел с рельсов. Член парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» получил челюстно-лицевую травму и был госпитализирован. Водитель «Киев-Постранца» не пострадал. Результаты экспертизы показали, что политик был трезв. Свою вину Олег Барна признает. Говорит, столкновение действительно произошло из-за него. Дескать, не увидел трамвай, потому что проезжавший рядом автомобиль закрыл ему дорогу. Больной находится в реанимации под наблюдением врачей, проведен комплекс обследования, в том числе включая компьютерную томографию. Есть мелкие ссадины, но основное это повреждение лицевого черепа. Напомню, Олег Барна запомнился тем, что в конце 2015-го стал инициатором массовой драки в парламенте. Тогдашний премьер Арсений Яценюк отчитывался перед нардепами. Барна подарил ему букет красных роз, а затем обхватил экс-премьера руками и попытался вынести его с трибуны. После чего в сессионном зале и произошла потасовка.